Друзья, и вот следующий день нашего путешествия, и мы заехали в соседнюю, более северную область от нас, Тененгау, где находятся Гёлингерские водопады. Внимание, смотрим. Он, конечно, поменьше, чем вчерашний, но впечатляет. Солнце струится сквозь лес и озаряет красивое зрелище. Большой водопад, который течет дальше в горную реку. Водопад носит также второе название — Черный ручей. А вот и наши. Вдоль водопада вот такая вот лесная дорожка с мини как бы ступеньками. Идти надо очень аккуратно. Опять же, достаточно мокро. И мы идем дальше. Наверх. А вот как выглядит ручей сверху. Ух ты, бабочка. Вот такой вот мы видели на высокогорной дороге тоже. Черная такая красивая. Все выше и выше. Вот мы видим водопад со следующей высоты. Именно с этого места было написано огромное количество картин этого водопада. Это очень известный романтический мотив для художников. А дальше дорожка ведет в лес. Но есть возможность присесть и передохнуть немножечко. Ну и как вам впечатление? Отлично, только ступенек много. Отдыхаем. А мы приближаемся все ближе и ближе к вершине водопада, чтобы посмотреть, с какой мощностью, с какой силой вода стремительно падает вниз. Ну что, еще один маленький перерывчик. На этой высоте мы видим очень хорошую панораму самой горной реки. Пойдем выше? Ну что ж, последние ступени. Идем, идем, идем. Не отстаем. Ох, здесь надо очень аккуратно идти. Сейчас мы пойдем вот на тот мостик. Но для начала мы увидим, что это здесь так бурлит. Ну, спускаемся. Что творится? Вода падает с огромной силой. И течет дальше в огромный водопад. Ущелье, да. Ой, как здесь мокро. И очень скользкие вот поручни. А вот он и мостик. Ой-ой-ой. Кто на мосту? Отсюда должен быть просто шикарный вид. Это ненормальный видос. Горы. А мы идем все выше и выше. Огромная лестница. Неизвестно, сколько сотен ступенек. Это все надо преодолеть для того, чтобы попасть на самый верх. Перерыв, а? Потом снова.
почти подошли уже. Последние метры. Но... Вот из этого грота водопад и начинается. Здесь он еще маленький ручеек, но в этом месте он становится бурным потоком. И мы добрались до финиша. Вот она вся высота, отсюда даже невозможно себе представить, сколько мы поднялись. Наверное, около километра пешком прошли наверх. Ну что, мои фолловеры? Спасибо всем, кто смотрел это видео. Всем пока-пока.